Биринчи микрофон процедурный маселе. Аз биринчи микрофон. Аз кечирес биринчи микрофон. Бергиле. Рахмат, Астанбек Артысбекович. Урматту кесиптештер, Ирина Юрьевна, я хотел вот немного обратиться нашим коллегам. Сегодня 27 ноября 2019 года на пленарном заседании было озвучено, я бы сказал, антигосударственный, антиконституционный призыв, импичмент. Я скажу, что для государства, для нашего устройства это очень страшные слова. И, к сожалению, эти слова высказываются, мне кажется, некоторые депутаты, они где-то не знают, что это такое слово импичмент, при каких условиях, при каких процедурах это надо говорить. И хочу сказать, что самое наше богатство большое – это наша Кыргызская республика. Спокойствие, стабильность. И вот чем мы должны беречь. А вот иногда, мне кажется, мы выходим в каких-то личных, партийных, своих интересах. Рахмат, такие Тупарович. Слова говорим, да? Рахмат, процедурный масель, мне Чыксаң стар. Экинчи микрофон. Да, я вынуждена, раз у меня вдруг вспомнили, хорошим словом. Вы знаете, спокойно, комфортно, уютно. Я тоже хочу жить в мирном Кыргызстане, чтобы он расцветал и прогресс увел страну и народ. Но нельзя быть спокойной, когда в стране творятся те вещи, когда международные корпоративные уже комитеты раскрывают коррупционные схемы в Кыргызстане, а не наши власти. Поэтому, вы знаете, комментировать мои выступления по регламенту запрещено другому депутату. Депутат имеет право выступить. Если это было мое мнение, и я призывала к тому, что нужно об этом уже думать. Я знала, что вы меня не поддержите. И 40 депутатов я не найду Кыркчоро, чтобы они поддержали. Там 41 голос нужно начать, там комитеты, нужно представить все спасибо, обоснования Айдан, моего предложения. Күн тәртибин карауга төйлү, урматтуу депутаттар, рахмат. Күн тәртибин карауга төйлү, күн тәртибине. Доктор Урматович, процедура менен кетели. Процедура. Биринчи микрофон. Ирина Юрьевна, я говорю, вы знаете, да, лично я независимый депутат, я не провластный, не оппозиционный депутат, я говорю за государство, что, говоря такие слова, мы должны корни смотреть, есть правительство, есть, в конце концов, государственная таможенная служба, есть антикоррупционные ведомства, давайте оттуда начнем, сразу делать угрозу государственному устройству, это очень... Мне кажется, вами страшные слова были сегодня сказаны, к сожалению. Вы должны отчет давать этим словам. Если каждый депутат будет просто так, такие слова говорить, это хорошему не приведет. Екинчи микрофон. Вы еще раз хочу сказать, не учите меня жить, понимаете? И дело в том, что я в парламент уже третий созыв. И когда Текебаев говорил об импичменте Атамбаеву, никто ничего не... Просто это его дело. Ничего страшного здесь нет. А вот страшно то, что вы стараетесь сказать, что таможня у нас есть, органы есть. Давайте с них начнем. Уже 2 года нет Атамбаева, а мы все с них не можем начать. Мы только с них спрашиваем постоянно на трибуне. Рахмат. И все. А что... Рахмат. Кийинки маселе карап атат, урматтуу депутаттар, баяндама.